Здравствуйте, меня зовут Лени Смарагдова, я художник и преподаватель рисования. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Это поможет развитию дальнейшего искусства и несения его в массы. Сегодня мы разобрали Сезанна, и у нас будет еще один урок, чтобы его разобрать более детально. Мы взяли плоскостное его изображение. Кстати, этот прием используется в современной иллюстрации. Так что, как говорится, ничего зря мы не делаем, абсолютно все необходимо для практики. Я вам выложила работы Сезанна, вы можете их смело посмотреть. А также вы должны понимать, что каждый прием, который использует художник и популяризирует его, допустим, как Сезанн сделал свой узнаваемый стиль, это плоскостные элементы, когда он выделяет вот эти плоскости, когда мы их видим, когда мы ими наслаждаемся. Это такой авторский стиль, но это применимо в иллюстрации, в живописи, в графике. И вы видите, все, что мы делаем черно-белое, оно легко переводится в цвет. Тот же самый прием, просто там есть элемент разукрашивания. Здесь, как говорится, уже хозяин, барин. У меня идет стройка, она идет уже долго, и поэтому, если есть шумы, это называется «угадай, в каком ухе жужжит». Но мы, как камикадзе, как ниндзя, как солдаты израильской армии, нас ничего не остановит, ни шум, ни гам, ничего. Ни погода, ни природа, мы будем нести искусство в массе. С вами была Лени Смарагдова, подписывайтесь и давайте дружить!